Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, мы с тобой закончили на Лиге Мастеров 3 звезды. И мы остались в Лиге Мастеров 3 звезды, ранг 88. Ребятулечки, красотулечки, мы с вами не упали ни шишарики. Я думал, что мы сейчас с тобой провернем, так сказать, комбо, а нас даже не скинули. Прикинь. Блин, а сегодня не пятница. А сегодня не пятница, значит, у нас не получится, знаешь, что сделать? Сыграть в дополнительные миссии, к сожалению, ребят. Вот что я хотел сказать. Ну ладно, хотя бы сделаем задание, может быть, немножечко кого-нибудь прокачаем, да? Правда, серия получится у нас коротенькая. Минуточек на 15-12, где-то так она вытянет всего лишь. Так-то, по идее, стандарт 20-26 минут. Это с учетом там всех заданий и тому подобное. А тут, тем более, Лига Мастеров у нас взята. Три звезды. Ну, мы сейчас с тобой в топчик заберемся. Опять же, заберемся просто. Чтобы нам там сидеть тепленько и уютненько, так скажем. Потому что сейчас у меня начнутся две рабочие смены, ребята. Ну, две утренние смены, так скажем. И, соответственно, два дня я играть не буду. Могут скинуть. Но лучше пускай скинут с топчика, да, чем скинут меня с 88 ранга. Точнее, с 88 места. Там буквально два боя... Кто-нибудь сделает, и я уже слетел, короче, в Лигу Мастеров 2 звезды. А так придется боев десяток-то провернуть кому-то там, чтобы меня как бы немножко скинуть с пьедестала. Так что заберемся обратно. Мне нравится, когда я сижу в топчике. Не путайте, ребята, с топчаном. Топчан — это топчан, а топчик — это топчик. От слова топ. Топ, первый, первое место. MVP, ё-моё. Легендарный герой. Так, ну что у нас тут за... Ну куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь, Майки? Ну успокойся ты. Лезешь, куда тебя не просят. Бамс, ну, понятное дело. Так, ну Сплинтер, куда ты лезешь тоже, а? Ускоряху не повесил? Ну и слава богу. Давай, поехали. Мне нужен Бакстер Стокман, чтобы сходил уже в конце концов. Бакстер. Так, сейчас еще и Шархан получит, да? Нет, упал. Упал Сплинтер. И мы с тобой сделали смертельную волну. И есть... Подкосили этих гаденышей всех. Так, ну что, двигаемся дальше. У нас, ребята, 44-я позиция. 44-я позиция. Ну, я даже не знаю. Ну, давай возьмем вот... Кренга, например, и Алапекс. Мне почему-то кажется, что Кренг и Алапекс, в принципе, ребят, вдвоем ушатают практически тоже любую команду. Это все равно, что как Армагон у меня вместе с Маузерами. Почему? У Алапекс очень хорошая, ребята, инициатива. Очень хорошая инициатива. Она уступает, по-моему, если мы не ошибаемся, только лишь кому, правильно, Рафаэлю. Вот, и смотри, дальше мы с тобой что делаем. Кренга запускаем, и он дожаривает их до хрустящей корочки именно своим вот этим лазером. Да? Получается, это супер комба, ребята. Шреддер, супер шреддер, не то хотел сказать. Получается, у нас Маузер и с Армагоном. И Алапекс. И Алапекс с кем? С Армагоном? Ой, с Кренгом. Да? Прекрасно. Значит, я нашел себе еще одну, ребят, команду, которая у нас будет разруливать наших врагов. Причем на изи. Причем не напрягаясь вообще. Так, ну что, черепочек, опс, туда. Хорош. Морозилочку, ну, нет, не стал убирать он ее с поля боя. А надо было бы ее убрать сразу же. Сейчас-то понятно им, ханарики всем. Вот. Так они жили, и спали врознь, и дети были, да? Ну, а мы двигаемся дальше, и у нас 2-14. 13 даже, ой, вообще шикардос. Значит, сейчас будет, ребят, последний поединок. Единственное, что проблема в мутагене, ребят. Да, потому что, когда мы с тобой проходим полную лигу, у нас накапливается мутаген за каждый бой. А тут у нас, ну, сколько боев там? 5-6 боев сделали. Мутагена-то нету, прокачки-то никак не сделать. Вот. Вот где мы нашли с тобой минус, где, ребята, находится. Нет мутагена. Да. Да, мутагена нету. Жаль, к сожалению.
Ну что ж поделаешь. Нету, нету. Ну что, топчик, нет? Да, ребята? Топчик. Топчик, он и в Африке топчик. Ну что ж, забираем с тобой здесь награды. Здесь кто у нас? Мутагеноид. Мутагеноид, собственно, персона. Здесь забираем. Проходим серию испытаний. Наверное, я сделаю, ребят, проще. Поставлю сейчас автобой. Возьмем так. Нет, ты не нужен. Сделаем так. Да куда ты лезешь-то? Возьму крынг, возьму Лео и Майки. Взял двух хилов, ребят. Я не помню, у кого из них. По-моему, Леонардо в последний раз у нас хилил команду. Но, если что, Майки подстрахует. Немножко не такой, конечно, подстраховку я хотел. Но тоже пойдет. Ну, давай. У них еще ускорение стоит. Так, ну что, Ксивер Монтас. Ну вот, в принципе, можем хинуть, ребят. Но я пока не буду. Я не вижу в этом пока надобности. Что ты, что ты, что ты? Чего? Я уже думал, что за беда такая. Промахиваться начали. А дебаф, ребят, сохранился. Дебаф сохранился до следующего боя. Фух, как хорошо. Давай влупим, наверное, лучом. Блин, я же хотел хильнуть. Но они выживут. Кто-нибудь да выживет здесь. Так, вот, Лео, давай хиляй. Шикарно. Добиваем крысиного короля. И добиваем Шархана. Все. Серия испытаний пройдена. Не получилось, ребята, у меня включить автобой. Не стал я, короче, здесь рисковать. Поэтому своими ручками. Так, забираем здесь награду и пошли, пошли с тобой искать, прокачивать. Ребят, вы не пишите мне? Я не вижу. Блин, давай, короче, знаешь, как сделаем? Кто у нас имеет хорошую массовую атаку? Донателло, у него эти, Мондагекко, у него бачо, этот, флакон. У этих ребят гранаты есть, да? У этого носорога ни черта нету. Кирби. Радар. Ну, не радар, ультразвук. Крип. Тоже кричит. Тоже замедляшка есть. Микеланджело. Леонардо. У Леонардо... У Леонардо нет массовой, по-моему. Блин, у кого-то массовая так-то. Давай тогда Рафаэля, что ли, вот этого вот. Давай, ребят, Рафаэля. Я думаю, вы не будете возражать, если мы поднимем ему ранг. Окей. Для меня это тоже, ребят, неожиданно. Ни за что бы не подумал, что мы вкачаем Рафаэля. А чё? Нормально? Вкачали Рафика и будь здоров. Что, я его поздравляю, ребята. Ну, а мы с вами тогда делаем следующее. Так, испытания, по-моему, да, недоступны у нас. Мы тогда идем. Мы прокачиваем по уровню никого сегодня, потому что у нас мало мутагена. Но мы прокачиваем по скиллам нашего мутагеноида. Вот так вот. Замечательно. И поехали. 8, а, 7 карт. Вот сейчас вот эти 7 карт нужны. Бибубим, по-моему, да, они называются. Или как? Бум-бим-бом. Сейчас специально, что ли, не даешь мне? Да, карта Бибобима. Бибобима. И этих карт уже много. Да. Не особо жалует мне, конечно, выдавать эти карты. Так, сколько там еще у нас? Еще 3. 1. Да, хотел сказать, вторая. 1. Ну! 2 карты, так, 2 и 3. Давай. Фиг тебе сказали. Вот, 3, ребят, 3 карта. Все, 3 карты есть. Блин, 10 ножей для пиццы. Ать, все. Это все, что мы сегодня успели сделать. А как же я буду поднимать уровень персонажа, если у меня мутагена нет?
Но есть выход, ребята. Есть магазин с мутагеном. И я могу взять вот так вот. 1500 мутагена. Блин, подожди, а мне хватит хоть кого-то поднять по этому, по уровню-то? Что-то... Сколько вот, например, ты, парень, требуешь? Вот. Отлично, ребят. Бибопчик поднялись с тобой на один уровень. Я думаю, он не обидится. Он наоборот скажет спасибо, рычик. И, друзья мои, все. Мы с вами в топчике. Короткая серия получилась. Я думаю, никто не обидится за это. Но так получилось. Видишь, мы с тобой не очень низко упали. Была бы пятница, да, а не четверг, мы бы с тобой, конечно, пошли бы еще и в испытаниях. Тут бы, конечно, все было бы поинтереснее и подольше. Ну, а на этом, друзья мои, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.